У меня бабушка умеет рэп читать. Она хочет кому-нибудь его прочитать. Давай я позову ее. Сейчас вот я отойду, позову ее. Бабушка! Иди сюда, рэп надо прочитать. Да вот сейчас вот. Вот сейчас она зачитает. Всем привет, с вами бабушка Оладушка. И сегодня я хочу зачитать вам рэпчик. Мне уже за 60, а я все рэп читаю. Зачем мне это надо, я не понимаю. Уж больно нравится мне петь, когда я блинчики готовлю. Хоть дед и надоел кряхтеть, готовлю я с любовью. И вот сейчас я рэп читаю, слова прям сейчас я сочиняю. А внук сидит и слушает, фастфуд какой-то кушает. Дай вам Бог здоровья всем, кто сейчас меня услышит. Чтоб не играли в игры вы и не упали с крыши. Всем привет, дорогие чуваки. Вот этот Гренко уже давно пишет, типа, раздача алмазной брони и вся эта хрень. Смотрите, какой у него дом. Пожалуйста, посмотрите, у него вот тут... Это грифер. Кстати, хочу всем сказать, что здесь продается донат. Называется «Создатель». Он стоит 500 рублей. 4,99 даже. Вы можете с этим создателем и снимать. И снимать антигриферы. Все можете делать. Недорого вообще. Пожалуйста, берите. Мало где найдете это. У вас есть доступ ко всему этому. Да, вы получите опку, сможете банить, снимать. Пожалуйста, заходите, покупайте IP в описании, снимайте антигрифы. Мне не жалко. Раздача алмазом. Я просто хочу это сказать. Поэтому, пожалуйста, покупайте. Делайте, что хотите. Снимайте. Но есть одно условие. Условия получения оп, вы можете их прочесть у меня в группе. В группе это есть. Ссылочку я скину, и может здесь даже покажу. То есть... Покупайте и снимайте эти грифы, кто вам мешает. Всего лишь-то. Можно другую привилегию купить, я не знаю. Дешево так? Ну да, что дорого все должно быть. Ладно, давайте продолжим. Вот Гренко сейчас... Я невидимый, если что, он меня не видит. Меня Гренко сейчас не видит, я невидимый. Поэтому... Ждем. Алмазной брони, раздача алмазной брони. Так, ждем. Ждем, ну вот. Кто... О, один чувак пришел. Смайлер какой-то пришел. Так, наблюдаем. Так, я тут звук убавлял. Звуки. Давайте прибавим. 19. Так. Он ему дал броню, смотрите. А может я зря... Опа. Опа, он его убивает. Все, он его убивает. Смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. Я думал, он его сначала видели, он дал ему сначала броню. Что здесь на сервере творится вообще? Он его лупит. Что будет делать? Напиши ты хоум, придурок. А, здесь нельзя хоум писать, когда тебя бьют. Ты типа в бою. Смотрите, что делает. Пожалуйста, вот, он раздача алмазной брони. Смотрите, давайте. Давайте ему сейчас напишем. Так. МСГ. Гренко. Слушай, давайте напишем Даш с ошибкой. Броню. Добавь. В скайпе. Вот. Дашь броню, добавь в скайпе. Он так и будет его убивать. Так. Так, Смайлер ругается. Он звездочки, можно это увидеть. Увидеть звездочки. Так, он его бьет. Забирай ресы, Смайлер. Дашь броню, добавь в скайпе. Что-то он... Молчит. Надо ему показаться, что типа я здесь. Так. Теперь ты видимый. Все. Я видимый теперь. Смайлер, ну, бомби его. Вот скайп, Гронум. Гронум. Так, все наблюдаем. Вот скайп, Гронум 2. Гронум 2. Наблюдайте, можете добавить его тоже. Сейчас. Сейчас я его добавлю. Небольшая пауза. Сейчас. Так, вот он звонит. Алло. Здорово. Тебе броня нужна? Да, мне броня нужна. Я смотрю, ты в чате пишешь просто вот. Да. Я тоже к тебе тпшнулся просто. Да. А чё это за чувак? Зачем ты его убиваешь постоянно? Да не знаю, пришел тут один какой-то, сетхом поставил. Бесит. Сетхом поставил? Да. Бесит. За что ты убиваешь-то его? Ну, он же тебе ничего не сделал. Он надоел. Дурак какой. Слушай, вот ты говорил, просто броню отдашь. Можешь мне тоже отдать? А, да, ну ладно. Так, ну вот тут вот сундуки, всякое такое. Так, сейчас, погоди. Так. Ты мне в приват пишешь? А, да, сейчас. Так, сейчас я тебе впишу. А ты вот меня не убьешь, ты просто этого чувака тоже убил.
Да не, он просто надоел сюда приходить. Да, приходи. Так, сейчас. Че там, тебя водовнеры или водмемберы? Смотря, что тебе не жалко, ну давай, эдмембер хотя бы для начала. Крикион Клайн, так, твой ник. Давай, давай. Так, ник, так, угу. Все вроде добавил. Да, ну-ка проверю. Да, добавил, смотри-ка. Ну вот. Нихера себе. Так, хочешь там, бери, что хочешь. Тебе не жалко, что ли? Откуда да у тебя нет. Столько брони? Да. Нихрена там себе. Там повыбивал с чуваков. То есть ты и с него выбил? Ну да, и с него тоже выбил. Охренеть. А, ну это так. дерево нормально, в принципе. Упс. Ты упала? Так. Да, тут телефон. Нихера у тебя золотых яблок. Да. Не слабо, не слабо. Охрен тебя брони, конечно. Он мне что-то этот придурок звонит. Сейчас я его добавлю. Кто звонит? Да этот, которого я убивал, Смайлер. Сейчас я его добавлю. А чё он звонит-то? Я не знаю. Ой. Алло. Ты чё у меня шмотки забрал? Захотел, мне вещи нужны. Иди отсюда, придурок. Отдай, пожалуйста, вещи, пожалуйста. Нет, они теперь мои. Они мне нужнее, чем тебе. Я их... Придурок какой-то. У меня кит-бонус был, кит-старт. Я их фармил долго. Смайлер, это тебя он убил? Да. Нет, я тебе не отдам. А за что он тебя убил? Да он меня загриферил, отдай шмотки, блин. Я тебя не гриферил, ты просто задолбал тпшиться сюда. Да, блядь, ну отдай шмотки. Нет, иди нахуй. Да, сука, ты заебал, отдай шмотки. Нет. А вы чё ругаетесь? Да, у меня, не знаю, я их долго добывал. Да? Не отдам я тебе. Да отдай, пидор. Нет. Дело не ругайтесь. Мудила. Не отдам я тебе эти вещи, они теперь мои, они мне нужнее, чем тебе. Да ты нет, вон... правда, я их очень долго добывал. Иди бомжуй на спаун. Да блять, ну отдай, пожалуйста. Нет. Все, пока, короче. Да нет. Да, все, пока. Короче, вот. Подожди, так ты его загриферил, что ли? Нет? Да не гриферил я его, мне просто эти вещи нужнее. Ну вот, пошли, у меня тут еще комната есть одна. Ну ты гриферил его. Он жалуется. Да не гриферил я его. Нихера себе, кстати. Вот смотри, тут. Разноцветная комната. Ну. А здесь что? Тут-то, ну, да. Здесь ничего нет у тебя. Да. Это типа склад мой. А что произошло? Да я не знаю, тут-то кто-то тебя убил. Наверное, он. Слушай, ты меня сейчас убил. Я тебя не убивал. Ты только сейчас меня с меча убил, я рядом стоял. Нет, я тебя не убивал. Ты зачем так сделал? У тебя нихера себе сколько голов. Ты грифер вообще. Не у тебя прав. Разные головы просто. У тебя голова на голове. Ты зачем убиваешь людей? Слушай, мне вещи нужны. У меня кит-старт был. Мне его админ выдал. Верни мне кит-старт. Ты Нет. чувака того тоже загриферил, я знаю. Мы сейчас со Смайлером на тебя напишем жалобу. Слышь, у нас скрины есть. Вы допишите, вы кому хотите, все так говорят, господи. Я сейчас скрины сделал, слушай. Ты меня еще убил, а скрины сделал. Допиши, что хочешь. Слушай, я сейчас, все, я сейчас, подожди секунду. Кому хочешь, что хочешь. Я сейчас пошел на спаун, там есть группа поддержки. Угу. Все, сейчас, все, я пишу уже. Со мной один связался, слышь? Все, молись, тебя не будет скоро. Ага, конечно. И дома твоего не будет. Но. Что? Не будет он, ничего не будет. Где, блядь, мой дом? А чё ты как шепчешься? Это... Мамку услышь. Да, она мне пиздюлей надает. Всё, нет у тебя дома. Верни, это ты сделал. Это сделал администратор, которому написал. Да, конечно, это всё ты. Нет, ты это сделал администратор, которому ты написал. Капец. Они тут быстро работают, они всегда там есть группа поддержки, я тебе говорю. Я столько это гриферил. Ну, то есть ты гриферил. Вот он вернулся, хорошо. Вернулся? Как вернулся? Он не должен вернуться, слышь? Он вернулся, вот он я сейчас в своем доме бегаю. Мне сказал админ, что он его убрал, он не должен вернуться. Ну, я не знаю, вот я в своем доме бегаю. Да ты охренел, что ли? Вот сундуки открываю, все. Эй, где он? Куда опять удел?
Все, дом пропал? Блин, да. Смайлера сейчас позову, чтобы он здесь все ресурсы забрал. Свои. Нет. Обратно. Да. Нет. Быстрее, не нужно выкидывать, а. Слушай, ну все, видимо. Ой, изумрудики. Все, попал ты. Нет. А! Как? Кто меня убил? Ты? Да. Вот ты мразь. Смотри, вот. Верни вещи. Привет, вот я. Верни вещи. Да, да, хочешь, с меча начну? Чё ты не бьёшься? С меча хочешь, начну? Давай. А. Давай. Ай! Да верни мне вещи. Извини. Ну чё? Жалко, что? Этим надо... Разбань! Памятник поставить, рип там. Кого разбань меня! А за что тебя разбанивать? Все игроки видели, что ты грифер. Я даже тебя разбанивать не хочу. Капец. Разбань. И нет, не разбань. Все, я ну сейчас сброшу скайп и все. Нет, что я могу сделать за разбан? Да откуда я знаю, что ты здесь? Ты уже игрокам всю жизнь испортил. Откуда я знаю, что ты можешь сделать за разбан? Давай, вот у меня бабушка умеет рэп читать. Она хочет кому-нибудь его прочитать. Давай я позову ее. Чего у тебя бабушка умеет? Рэп читать. Рэп читать бабушку? Да. Умеет? Ты что несешь? Ты хочешь меня обмануть сейчас? Я сейчас вообще со скайпа скину. Да нет, она серьезно рэп читает. Давай я даже ее позову. Рэп читает бабушка? Ты кого лечишь? Да. Ты что мне в уши сейчас льешь? Да давай я ее серьезно позову, вот услышишь. Ну, ну давай, 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 посмотрим, давай. Если так будет, я, конечно, разбаню тебя. А, ты уже ушел? Ну, ушел, наверное, чего ушел? Да нет, я тут. Сейчас вот я отойду, позову ее. Че несет? Бабушка! Ага, сейчас придет кто? Никто не придет. Не, сейчас. Иди сюда, рэп надо прочитать. Сейчас я его забаню. Жалко вот этих ребят, хорошие. Да вот сейчас вот. Вот сейчас она зачитает, вот, начинает. Всем привет, с вами бабушка Оладушка. И сегодня я хочу зачитать вам рэпчик. Мне уже за 60, а я все рэп читаю. Зачем мне это надо, я не понимаю. Уж больно нравится мне петь, когда я блинчики готовлю. Хоть дед и надоел кряхтеть, готовлю я с любовью. И вот сейчас я рэп читаю, слова прям сейчас я сочиняю. А внук сидит и слушает, фастфуд какой-то кушает. И дай вам Бог здоровья всем, кто сейчас меня услышит, чтоб не играли в игры вы и не упали с крыши. Вот, ты даже сам сейчас убедился. Чё сейчас было? Это моя бабушка рэп зачитала. Бабушка зачитала рэп? Да. В натуре? Да, она просто в детстве рэп читала и до сих пор умеет. Это чё у тебя за козырь такой в кармане? Ты так всегда делаешь? У тебя бабушка всё время за тебя работает? Нет. Подожди. Чё ты ржёшь? Реально ты бабушка серьёзно? Зачитала рэп? Да. Слушай, я не понимаю, что за бред вообще. Да разбань, она зачитала рэп. Слушай, ну давайте разбаним. Потому что ты действительно... Всё, я тебя разбанил. И даже сам вот сейчас иногда подучиваю маленько, она подзабывает, как это делать. Вот мне Смайлера жалко, я ему дам сейчас изумруды, вот, держи изумруды. Что там, убери свой телефон, у тебя рядом какой-то телефон. А, да, все. Все, я тебя разбанил, слышь? Да. Но. Я зашел уже на сервис. У тебя не будет этого дома. Почему? Дома у тебя не будет. Нет, все, ладно, давай, пока. Ну, блин. Заходите на сервер, в принципе. Покупайте привилегию создателя, а благодаря этой привилегии вы сможете, значит, снимать антигриф. Просто мне часто пишут, Серджи, можно ли снимать на твоем сервере антигрифер? Да, можно, но нужно купить привилегию создатель. И потом прочитать условия в группе, как получить оп. То есть оп вы можете банить, сетать, кикать, все это можете и снимайте. Главное, чтобы вы в своих видеороликах, пожалуйста, указывайте IP на мой сервер, потому что это все-таки мой сервер, авторские права, и будет обидно, если вы... В общем, вы меня услышали. Ставьте лайки и обязательно читайте условия получения опки в группе. Ссылка все указана ниже. Я не верю. Вот этих ребят жалко, я не верю. Я не верю, что его бабушка прочитает. Хрень какая-то. Все, умри. Всем пока.